Команда боксеров из Корейской Народно-Демократической Республики завершила визит в Приморье. В рамках международного фестиваля «Дружба народов» в крае с участием гостей были организованы мастер-классы для приморских боксеров, совместные тренировки и культурно-экскурсионные программы. Достаточно продолжительное время они смогли посетить город Арсеньев и Сибирцево, где такие места, где у нас действительно центры сосредоточены развития бокса. В составе сборной КНДР 9 боксеров от 21 до 27 лет. Они выступают в весовых категориях от 48 до 71 килограмма. Тренировочный сбор в Приморье стал для гостей важным этапом подготовки к предстоящему отбору на Олимпийские игры. Второй мировой олимпийский квалификационный турнир по боксу состоится в Таиланде с 23 мая по 5 июня. Там будут разыграны 28 путевок на Олимпиаду в Париже. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.